Полезные подсказки. Как же я люблю Новый год. И день рождения. А еще юбилеи, свадьбы. И вообще, все-все праздники. Все ходят друг к другу в гости, дарят подарки. Ведь это так приятно – получать подарки. Или дарить. Нет ничего лучше. Сюрприз! Но получать подарки тоже надо уметь. Казалось бы, что тут сложного? Когда к тебе приходит друг и вручает подарок, во-первых, не спеши сразу разрывать упаковку. Как правило, тот, кто дарит, хочет что-то пожелать. Если ты не выслушаешь, он подумает, что его слова тебе не нужны, что ты пригласил его только из-за подарка. И обидится? Это никуда не годится. Давай попробуем иначе. Внимательно выслушай поздравления и обязательно поблагодари за приятные слова. Так уже лучше. Теперь можно и открыть подарок. Ведь тебе интересно, что там. И твоему другу не терпится узнать, понравится ли тебе его выбор. Совсем другое дело. Невежливо оставлять подарок нераскрытым до конца вечеринки. Если подарок понравился, обязательно скажи об этом. Но даже если вещь тебе не очень подходит, не стоит об этом говорить. Ведь тот, кто ее дарил, старался, выбирал, надеялся. Потому улыбнись и поблагодари. Ведь есть за что. Человек хотел порадовать тебя, думал о тебе. А это дороже любого подарка. Главное в любом празднике – хорошее настроение. А когда дарят не тебе, а ты? Как сделать правильный выбор? И что вообще можно дарить? Все, что угодно. Ну, почти все. Главное, когда выбираешь подарок, представляй того, кому он предназначен. Подумай. Тут может пригодиться любая информация. Чем интересуется именинник? Что его вдохновляет? Что он любит и о чем мечтает? Чем лучше ты знаешь своего друга, тем проще сделать выбор. И, конечно, не стоит дарить то, что может обидеть, расстроить или напугать твоего товарища. Помни главное – подарок должен радовать. И желательно быть полезным. А еще подарок можно интересно упаковать и как-то необычно вручить. Но больше всего я люблю подарки без всякой причины. Просто так. Сюрпризы. Их и получать приятно. А придумывать и делать еще лучше. Вот идет человек. Ничего не знает. Идет себе, идет. И вдруг сюрприз. На него свалилось счастье. Ну, может, не сразу счастье, а просто маленькая радость. Конфета. Или билет в кино. Или просто друг привез сувенир из путешествия. Просто так, чтобы поделиться с тобой впечатлениями. И вообще, если сюрприз просто так, без причины, это очень приятно. Потому что неожиданно. А настоящий сюрприз запоминается на всю жизнь. Например, подаришь собаку или барабан. Это запомнит каждый, особенно собака и соседи. А если серьезно, то хороший сюрприз должен быть приятным подарком. Таким, чтобы у того, кого ты решил осюрпризить, аж глаза засияли от счастья. Такой подарок бывает только тогда, когда ты угадал или узнал настоящую мечту человека, его тайное желание.
Но как понять, о чем, например, мечтает мама? Что ее действительно обрадует? Спросишь ее, что тебе подарить? А она, твое хорошее поведение. Ну как тут угадать? Конечно, угадать мечту сложно, но возможно. Присмотрись, когда у мамы светятся глаза и радостный голос. Иногда с этим бывают проблемы. Но ты не сдавайся. Может, ее радует музыка? Или живопись? А может, ей просто хочется отдохнуть и побить баклуши хотя бы один день? Тогда подари ей выходной. Сюрприз! Делать сюрпризы очень весело. Лучшей игры и не придумать. Тайно приготовить что-то, а потом неожиданно порадовать друга. Сюрпризы бывают разные. Во-первых, подарок. Только выбери что-то неожиданное. Во-вторых, хорошие слова. Пошли веселое письмо или СМС. Или спой песню. В-третьих, действие. Устрой для друга настоящий спектакль или веселый квест. Конечно, придумать сюрприз не так уж и легко. Тут нужен опыт и тренировка. А тренироваться делать сюрпризы лучше на маме или папе. Их можно сюрпризить хоть каждый день. Только с сюрпризами, как и с подарками, нужно быть очень внимательным. Прежде чем что-то устроить, подумай, будет ли это уместно. Например, ты решил, оденусь-ка я настоящим индейцем, построю в комнате вигвам. Вот все обрадуются. Чудесная идея. Сестра, друг или собака будут просто счастливы. И сами сразу захотят стать индейцами. Но что скажет мама, когда увидит, что ты разрисовал щеки ее любимой помадой? И будет ли доволен папа, когда увидит, что вигвам построили из его удочек? А бабушка? Сюрприз! Так, тут уже не до шуток. Так что, больше никаких сюрпризов? Нет, ни в коем случае. Без сюрпризов жизнь станет скучной и ужасно предсказуемой. Просто сюрпризы должны быть добрыми и веселыми. Различай сюрпризы и баловство. Сюрпризы всегда вызывают улыбку и счастье. Баловство огорчает, а часто даже вредит. Если бабушка, например, любит цветы, обязательно подари ей букет. Только не нужно для этого опустошать школьную клумбу. Иначе, ну, ты догадался. Надо, обязательно надо делать сюрпризы. Маме, папе, сестре, друзьям, учителям и просто незнакомым прохожим. Ведь подарки и сюрпризы – это еще один способ без слов сказать другому человеку: «Я рад, что в этом мире есть